хорошо это или плохо. Я говорю о том, что рядом с этим все остальное кажется маленьким. Хотя на самом деле, мне кажется, здесь из мухи раздувают слона. Well, personally, myself. Если честно, лично я никогда бы не стала покупать такую музыку. Я предпочитаю слушать, например, Джо Кокера, Брайана Адамса или что-то в этом роде. Но у меня много племянников и племянниц. Если бы кто-нибудь из них пел в группе Spice Girls, я бы очень гордилась ими, потому что они работают по-черному. Так вот, я бы гордилась, если бы они пели в этой группе. Я тут недавно несколько дней была дома, и со мной были 6-летний племянник и 12-летняя племянница. Так вот, этот шестилеточка взял мой микрофон, включил в моей комнате музыкальный центр и вместе со Spice Girls пел. Ему всего 6 лет. И так здорово было видеть этого малыша, излучающего энергию и уверенность. Все это было от Spice Girls. Ну, вы так относитесь. А в прошлом году Джордж Харрисон в интервью Le Monde сказал, что, на его взгляд, состояние поп-музыки сейчас катастрофическое. А мне кажется, ситуация улучшается. За последний год-два в хиты попали песни очень хороших исполнителей. Мне кажется, все возвращается на круги своя. Взять хотя бы Селин Дион. Прекрасная певица. Я сама была на ее концерте в Гамбурге. Ее голос невозможно скопировать. Появляется очень много хороших исполнительниц. Так что все возвращается. Хорошо, мы закончим с музыкой. Ваш муж помогает вам? Он здесь со мной, он везде со мной путешествует. В июле будет 25 лет, как мы женаты. Мало кто знает, что ваш муж был чемпионом мира по дзюдо, правда? Да. У него черный пояс, третий дан, и скоро он получит четвертый дан. Он занимается дзюдо. В 1972 году он был в составе английской олимпийской команды. Кстати, он был не чемпионом мира, а чемпионом Европы. Так что у меня есть свой телохранитель. Скажите, это... Его зовут Боб Салливан. И знаете что? Когда я выступала здесь в 88 году, мы работали в Олимпийском для 17 тысяч зрителей. Так вот, однажды вечером парень, которого мой муж победил в финале, русский дзюдоист, подошел к нему. Они поздоровались, и тот отвел его в московский клуб дзюдо. Здорово, что они снова встретились. Я, к сожалению, не помню его имени. Но мой муж сказал бы вам его на раз. Ваш муж и был тем самым человеком, который помог вам в начале карьеры. Мне говорили, что именно он взял вас за руку и вывел из кассы супермаркета, где вы работали. Нет. Это все я сама. Тогда еще, кстати, мы не были знакомы. А было так. Я закончила школу и работала в супермаркете. Это даже не супермаркет был, а маленький семейный магазинчик. Тогда и супермаркетов-то не было. Так вот, я работала в этом магазинчике, а по вечерам пела. Просто я не думала, что мне удастся этим зарабатывать на жизнь. То есть у меня было две работы, дневная и ночная. И в конце концов, стало очень тяжело их совмещать. По утрам жутко трудно было просыпаться, так что я отказалась от своей дневной работы. Тогда как раз я и познакомилась со своим мужем. Он был менеджером того клуба, в котором я пела по вечерам. К тому времени уже твердо решила, что буду профессиональной певицей. А он был менеджером в этом клубе. И мы встретились. Мой муж всегда и всячески меня поддерживал. Он прекрасно меня понимает и никогда не завидовал. И это прекрасно. Теперь он путешествует вместе со мной. Одна из самых популярных песен, конечно, «I need a hero». Бонни в жизни нашла своего героя? Ну, наверное, так оно и есть. Хорошо для Боба. По крайней мере, так думает моя мама.
Поаплодируйте ему. С этой песней связана еще одна история, вернее, один видеоклип, ролик. Это был Дэвид Копперфильд, который летел над Большим каньоном и прилетал в ваши объятия. Теперь вы меня спросите, зачем все это было нужно? Кстати, о вертолетах. Когда мы снимали клип, на следующий день, после того, как сняли сцену с Копперфильдом, снимался общий план. И я стояла на самом краешке Большого каньона. Вы представьте себе, что вот этот стол, это край Большого каньона, а я стояла на самом уголке и пела. Представьте себе, я на вершине горы, в белом платье, которое развивается на ветру, и прямо надо мной висит вертолет. Там сидит продюсер, привязанный ремнями, и меня снимают. Прямо с вертолета. Кстати, от вертолета дул такой ветер, что меня просто оттолкнуло от края пропасти. Слава богу, что ветер не дул в другом направлении. И вот он кричит: «Извини, Бонни, мы больше не будем подлетать так близко». А я ему отвечаю: «Я лучше сама отойду подальше от пропасти». Бонни, вот в начале программы было сказано, что вы не прочь покататься на мотоцикле. Я тоже очень люблю кататься на мотоцикле. Вы сами ездите. Yeah. Что вы предпочитаете? Спортивные, чопперы, дорожные? Я, пожалуй, прокачусь вместе с вами, но сзади. Сама я больше не вожу мотоциклы. Я обожаю Харли и Дэвидсона. У меня много фотографий на мотоциклах. Но сама больше не вожу, потому что упала. Я ехала по полю. Руль вывернулся, а рука была на ручке газа. И получилось так. Нет, спасибо. Лучше с вами. А у нас в студии энергичная, рискованная, талантливая Бонни Тайлер. А теперь звонки зрителей. Послушаем. Бонни, скажите, почему вы выступаете под псевдонимом? Если вы любите фильм «Бонни и Клайд», то, может быть, вам стоит выступать, найти кого-то в роли Клайда? Да, где Клайд? Очень сложно объяснять, почему я сменила имя, но я все-таки попробую. Мое настоящее имя Гейнер. Когда я начала выступать, я пела под своей девичьей фамилией Хопкинс. И так меня звали Гейнер Хопкинс. Но это было плохо, потому что была Мэри Хопкинс, которая пела. Я не могла быть Гейнер Хопкинс, потому что уже есть Мэри Хопкинс. Она тоже из Уэльса, и мы жили на расстоянии нескольких миль друг от друга. Так что я решила изменить свое имя. А у моей сестры как раз родилась девочка. Ее назвали Ширин. А фамилия моей любимой тетушки была Дэвис. И я придумала себе такой псевдоним Ширин Дэвис. Потом я познакомилась с моим мужем, и он несколько лет звал меня Ширин, потому что даже не знал, что меня зовут Гейнер. Целых два года я откликалась на имя Ширин. Потом я начала записываться, и продюсер сказал мне: «Ширин, может быть, мы изменим имя, а то могут подумать, что ты исполняешь танец живота». И однажды я взяла газету, выписала из нее все христианские имена в левую колонку, все фамилии в правую, и стала соединять эти имена и фамилии, пытаясь найти самое лучшее сочетание. Так получилось Бонни Тайлер, а Клайд тут ни при чем. Спасибо вам большое. Это был час пик для популярной и талантливой певицы, которую любят и знают здесь, в России, в Европе и во всем мире. Бонни Тайлер. Я благодарю вас, Бонни, за то, что вы пришли в эту студию. И я вам желаю...